От рождения идеи к ее реализации за 3 месяца. Ученики 9 класса Зареченской школы под руководством наставника собственноручно изготовили новогодний проект «Путешествие в Новый год». Идеи рождаются всегда очень легко. Дети приходят ко мне, поскольку я человек увлеченный достаточно, и всем всегда говорю о том, что, ребят, если у вас есть какая-то идея, то, пожалуйста, приходите, я готов абсолютно все обсуждать и с вами делать. Воодушевленные праздничными городскими инсталляциями, дети решили, что и в стенах родной школы нужно смастерить нечто подобное. Поскольку это было в кругу друзей, по сути, именно эмоции, которые вы ощущали при совместной работе, это, мне кажется, было самым увлекательным, таким завораживающим, то, ради чего все и было. Но, как оказалось, погружение в творческий процесс невозможно без прохождения подготовительных этапов. Ребята разрабатывали эскиз, подбирали материалы, считали сметы и, самое главное, нашли свободное время, ведь работа велась внеурочно. Начали мы все-таки с того, что у каждой такой конструкции должен быть скелет. Скелет мы взяли из толстой медной пробки и гнули ее руками по определенному контуру, который... По трафарету мы его гнули. Потом спаяли место встречи и начали на него уже сверху набрасывать детали. Не обошлось без трудностей. 120 метров гирлянды необходимо было аккуратно и скрупулезно наматывать на основание фигуры. Процесс трудоемкий, но увлекательный. Юным мастерам удалось произвести впечатление. Работой все остались довольны. Золотой олень и сани Деда Мороза стали ярким акцентом в новогодней фотозоне. Победу мы все почувствовали. Мы почувствовали, что у нас... Получилось создать что-то невероятное, ну, для нас, что находится в школе и радует глаз ежедневно. Елена Краева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».